Эти семья. Отец, мать и три дочки. Однажды летом, в самую жару, захотелось отцу напиться. И послал он за водой младшую дочь. Пришла младшая к колодцу и задумалась. Вот вырасту, выйду замуж, родится у меня сын, Тикос. И пошлю Тикоса за водой. Пусть теперь он попекает. Вай, Тикос! Вай, сынок! Ждали младшую и послали за ней дочку. Сестра ее криком встретила. Иди, посмотри, что я наделал. Утонул Тикос, племянник того. Убиваются, а отец за ними старшую шлет. Увидели ее сестрички, заголосили. Поплачет и легче станет. Тикосу там, Тикос. И средняя сестра всю эту историю, как могла, рассказала. Иди, несчастная бабушка, Тикос в дерево упал. Какой Тикос? А вот послушай. И рассказала старшая сестра, как дело было. Thank you.
Кикос. Вай, сынок! Плачь, рыдай! Несчастный дедушка, твой внук, Кикос, колодец упал. И сказала безутешная бабушка, меня послушай. Мне с вами умер. Молчать! Закричал он. Глупости! Кто же это царя за водой пошлет? Придет же такое в голову, а ни на что. Сами сбегаем, принесем. Эй, кормилец! Не утонет, Кикос, не утонет! Тот-то было радости. А ведь верно, кто же царя за водой пошлет? Правда, тут кувшин колодец упал. Но весь кувшин, я Кикос,